Новый виток в развитии экономики. В администрации Щелковского района состоялась встреча представителей власти, членов Союза промышленников и предпринимателей, а также общественных деятелей. Всех собравшихся объединила общая цель – совместно работать на благо родного района. Именно поэтому было принято решение о подписании соглашения о сотрудничестве и взаимодействии. Сегодня мы видим, что только консолидированно с бизнес-сообществом и Щелковский район может достигнуть задач, целей социально-экономического своего развития, которые ставят перед нами жизнь. При организованной работе мы сможем органично дополнить друг другу, внести свой вклад в лепту, вот поднятие экономики, внести свой вклад в импортозамещение и внести свой вклад в пополнение бюджета Щелковского муниципального района. Внутренняя кооперация, по словам руководителя администрации, позволит упростить логистику, удешевить товары, даст большую прибыль предприятиям. Союз промышленников и предпринимателей включает в себя 27 крупных предприятий на территории нашего района. Это социально ориентированный бизнес, отметил президент Союза. На счету Союза много добрых дел. Это и благотворительная помощь ветеранам, детским садам и школам, закупка спортивного инвентаря и форма детских спортивных клубов. Тесное взаимодействие структур власти с бизнес-сообществом, создание комфортных условий ведения бизнеса – это основа для выработки и претворения в жизнь совместных социальных проектов. В первую очередь, чтобы это коснулось жителей Щелковского района, их благополучия. Ну и, соответственно, чтобы, находясь вот в этом союзе, конечно, чтобы ваш бизнес развивался и процветал. Уже сейчас, благодаря совместной активной работе бизнеса и власти из 70 муниципальных образований, Щелковский район вошел в число лидеров и занял 10-е место по наличию условий для ведения предпринимательской деятельности. А подписанное соглашение позволит добиваться еще больших результатов. Мария Масайли, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».